А вы знали, что именно в этот день, в 1942 году, впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби»? Он снят по мотивам сказочной повести австрийского писателя Феликса Зальтона, выпущенной в 1923 году. В основе сюжета книги и фильма рассказ о детстве и юности прекрасного олененка, о его родителях, нежной матери и отце, великом князе леса, а также добрых друзьях. Друзьях и злобных недругах. Дисней начал создавать картину в 1936 году, но из-за производственных сложностей, возникших в период работы над ней, лента была завершена лишь в 1942 году. В процессе ее подготовки художникам-аниматорам приходилось тщательно изучать повадки, движения и анатомическое строение животных. Для этого Диснею из заповедника прислали 2-4-месячных оленят. Вскоре студия превратилась в настоящий зоопарк. Там были 2 скунса, белки, птицы, кролики, бурундуки и другие обитатели леса. Во время работы над фильмом было изготовлено более 4 миллионов рисунков. «Бэмби» номинировался на «Оскар» в 3 категориях – лучшая песня, лучшая музыка и лучший звук. Однако не получил ни одной награды. В год премьеры мультфильм провалился в прокате, однако при повторных показах обрел популярность и в итоге стал культовым. В 1948 году картина получила премию «Золотой глобус». «Бэмби» стал самым любимым творением Уолта Диснея.